Сам директор парка Дмитрий Мезенцев сообщил посетителям через пресс-службу о скором прибытии животного в Приморье. В марте, по его словам, он узнал от фермера, что в Сочи живет козел по имени Обама. Приморский сафари-парк – серьезное предприятие, а вот такой особи в зоологической коллекции не было. Поэтому он стал готовить документы по переезду животного, говорится в сообщении на сайте парка. При этом руководство парка не пояснило, чем именно козел Обама экзотичен, кроме своего имени.